Более 2 часов продолжалось общение Александра Козлова с пришедшими на личный прием. Возможностью рассказать губернатору о своих проблемах воспользовались несколько человек. Оловчанка Вера Гончарова пришла на прием раньше всех. В минувшем году впервые за 44 года в районе ее дома на Комсомольской отремонтировали дорогу, а про тротуар забыли, пожаловалась пенсионерка. Пешеходная дорожка возле дома номер 366 будет построена, заявил губернатор. Вера Михайловна, вот я сейчас при вас прям, значит, Николаю Васильевичу Злобину это отдаю, чтобы у вас не возникало никаких сомнений, и Михаилу Юрьевичу Берникову, и пишу включить на 2013 год. Сезон начинается в мае. Дорожная тема в регионе среди первоочередных, обобщил проблему губернатор. Только в этом году мы будем уже коренным образом менять подходы. 2 года как пользуемся заводом, новейшим немецким заводом, построили 2 года назад. А то ведь укладывали асфальт, который производили вон на живопырках, на самоварах. Их там вон у нас их больше 30, да, Николай Васильевич? Вот в этом году оставьте 15. Помимо дорожных, обратившихся интересовали вопросы строительства, а также предоставление помощи многодетным семьям и переселение из ветхого жилья. Записаться на личный прием губернатора можно в администрации области в 107 кабинете или посредством интернет-приемной. Она размещена на портале Орловской области. Еще один вариант – личный блог Александра Козлова. Решение озвученных проблем глава области берет под личный контроль вплоть до исполнения.